Вот в березках и станем, дай. Свобода, мужики, свобода! Осталось дело за малым, да? Да. Живописное местечко у нас такое, в Березках, на берегу реки. А кухня, правда, там можно тогда поставить? Линия фронта. Так они там... 43-44 год. И речка там, да, может помыть посуду. Там речка, небо голубое. А здесь будем спать. Это все мое родное. Цель нашего выезда — это отдохнуть на природе, походить по лесу в поисках различных находок. После установки лагеря подошли по меточкам к первому блиндажу. Начинаем обходить его вокруг, обзванивать. Что там, у Денисыча пошли немецкие противотанковые мины. Так, это что у тебя? А, корпус. Корпус один, одна целая. Так, ага, одна у тебя. Просто крышка, вторая целая, да? Угу. Да, целая. ТМИ-42. Разряженные. Сейчас прозвоним, пойдем дальше. Ого! Был сигнал, и показались очертания винтовки Мосина. И кажется, она тут целик такой царская, что ли. Сейчас посмотрим. Вроде целая. Мосинка, рядом патрон был. Сейчас я прозвоню здесь. Погляжу, что тут да как. Вроде не царская. Такая обычная. Я вот стекла. У тебя крышка была найдена, да, или что? Вышли вот на городочек, палаточный городок немецкий. Латунная гильза артиллерийская. Какой-то у нас калибр-то вообще, Дэн? Не знаю. Вот. Немцы. Ну это от крышки, да, у тебя вот. И а, кати... вот да, да. Ну. Там лопаткой зацепил, да, наверное? Ну, да, когда копал. Я там же... Закопченный такой. А, собственно, кроме буковки. Может, инициалы только быть. Может быть, да. То есть, что разбрасывается алюминием. А, мятый, мятый, не хуя. Мята, ничего себе мята. Угу. Только любители котелков. Я думал, ты шутишь по поводу котелка. Почему? Нет, нет, это ж нормальный котелок сейчас, по нынешним временам. Да? Да, уже тогда. Ну, а что, ты, все плохо, да? Ты вот ходишь и приезжаешь в лес, и что, часто находишь? А вот еще дальше, видишь, пошла, вот она подпись. Вот она сюда. Ведет. Его весь надо намыть и посмотреть. На горячую он выпрямится, и на полку-то прекрасный этот экспонат будет. Это ж история. Горячую с него послетает. Не-не, слегка нагреваешь, чтобы алюминий не лопался сильно. Я ж так же и пряжечки выпрямляю на горячую. Нормалек. Ну-ка. Ты как-то нашел пилёвку. Ну вот что, нашел нормального. Штяк целый, отлично. Супер. Да не в чехлах были. Да, да. Редко, но бывает, говорят, находят. Мы нашли, есть. Помнишь, кстати, мы... Ну, чекуху там... посмотри на горлышке-то. Она пробита, прикинь, на ту раз. Где? А вот, раз,
А, да. И два. Да. Поэтому выбросил. Да, да, да. Да. Ну не сквозная? Сильно. Сквозная. Сквозная. Вот она вошла и вот оттуда вышла. Протри где-то здесь чекуху там. Смотри. 238 написано. СБ 42. 42 год. 42. А звенело хорошо? Ну конечно. Конечно. Такие вещи звенят. Она... Звон от котелков и от фляжек всегда приятен. Приятен, да. Ну, чё, и от пряжечек еще подумал. Да. Пряжечек было бы, конечно, интересно. Так, что-то это... Юпи, так называемый. Еще одни находочки наши. 42-й год. Стреляная. Но как-то странно. И тут выходные отверстия, и тут. Возможно, куда-то к чему-то крепилось все-таки. Это часть от сошек. Крышка от котелка с охраной в ручье. И кажется, там, да, подписано, вообще идеально, да? Да, 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 даже не как кривая. Как фляжечка. Сейчас посмотрим. Просто классно. Ой. Все работает. Конечно. Так. Что там написано? 39-й год. ФСС 39. Сейчас, подожди, подожди, немножко ему надо схватить. Ага. Пока он сфокусируется. Есть? Угу. Ну и где у тебя подписи? Посмотрим. Во, а, во, во, прикольно, ребята. Савай, совей. Да, сова. Сова как-то вот. Сова. Прикольно, держи-ка. Ага. Возьмет он, да, видно вот. Такая вот подпись у бойца, у немца была. Посмотри, еще нет ничего больше. Так аккуратненько он сделал-то все. Да, да, да. Нет, больше. Больше нет. Вот единственная подпись это здесь. Угу. Все равно здорово. Прикольно. Сова. Сова, да? Да? Просто сова. Внутри нет. Иногда внутри бывает, кстати, подписи, посмотрю. Так это где? Все здесь, рядышком, да, вот, под деревом где же. Ну. Где фляжка была? Такая помоечка была у нас. Битые бутылки немецкие, из-под пива, консервы. Патрон в обойме. Гильза 45-шная. Была брошена вся в бумаге. Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. Немножко поодаль от этой ямки. Был сигнал. Вот он, какой сюрприз вылез у нас, братцы. Это плющенная вермахтовая пряга. Люминь, да. Как-то жестко он на нее наступил. Придется лечить. И вилочка на месте. Да, кто-то... Была нормальная пряга. Она в целости, но кто-то наступил на нее. Тут даже окраса немного присутствует. Ладно, помоем, посмотрим. Такой готметунс. Отошли от немецкой траншеи на нейтральную полосу. Движемся к нашей советской траншее. Ну и более тщательно с приборами шли по верхам. Наткнулись на бойца нашего. Зацепились за патроны к автомату ППШ и вытащили косточки. Первые
останки нашего бойца на нейтральной полосе. И идет, да. Что, шинелька или мешок какой, да? Может быть, связь мешка. Шинели. Он идет, да. Вот еще. Вот нога, они... да, пошла? Угу. Да, нога. Вот нога, вот он. Вот сумочек еще, мешок будет. И вот, да, вещь-мешок, походу, да. С патронами. Какая-то, смотри, бумага? Бумага. Это, может, пачки с патронами. Пуговицы. Угу. Наши со звездой? Да, со звездой. Ну, потому что да, немецкий опорник. Звезда. Подержи, подержи, пусть. Да, со звездой пуговка. Надо этот, блин, еще, может, может медальон будет. Да, да, конечно, сейчас это, поаккуратнее, не торопясь. Не, нож. Нож складной, да. Такая накладочка. Накладочка, кстати, тоже помыть аккуратно. Может, что-то будет имя. А, нет, нет, просто это просто такая, да, такие царапинки. Дэн пуговки достает, одну за одной идет. Там кармар, это район груди, да, получается? Вещмешок за спиной был, получается, да? Получается, вот да, где патроны лежали, и как раз в кухне. Угу. А вот ноги. Ноги, да, к тебе сюда идут, под корень. Дай сюда. Все, отработали пятачок, ребята. И вот все, что от нашего солдата осталось. 5 косточек, пуговки со звездами, несколько элементов кожаных ремешков. И куча патронов. Да, кружка гнилая, ложка, ножичек, все. Не, ну видеть у лесу еще верховую каску, бывает, что и можно. Может, когда-то поднято кем-то? Может быть, в свое время-то не... Что видишь, она не в дерне. Давай, тут ты же твой глаз заметил. Иди, ты нашел, давай, да? Давай, давай. Не-не-не, твоя находка. Верховая фляжечка. Даже да. Целая, да. Целая, да. Ну что, нигде не написано. Ну, все равно неплохо. Да, такая? Да. Зеленый. Сейчас вот глубже в лес, чем толще партизаны. Вот уже. Вот на обратном пути к березке и поставим. Сейчас еще что-нибудь найдем. И будет уже... Ну, литье, смотри, такой как черепаха какая-то. Видишь, такой нет. Неровный, да, такой? Да, да, да. Ну, некачественный, скажем так. Некогда было качественным литьем заниматься. Да, и вон горлышко, видишь, тоже такой, ну, оплой, то есть брак, типа такой. Вот он, специалист, смотри, по стеклу. Угу. Брак, не брак. Не, ну... Ты уж скажи честно, носом учуял. Я наверняка спирт. Что-то было. Такие как бы осколочные, пулевые, да? Да, стреляли по ним. Угу. Можно поднять? Да, сейчас поднимем. Вышли к примерному месту падения немецкого самолета. Юнкерс 88, бомбардировщик. Элементы шасси. Ну и смотри, оно и не поломано ничего, да? Не, не, все. В основном это вот осколочные, пулевые, стреляли. Ломано? Нет, вроде бы не ломано, да, целое все. Да. Так целое. И вот детали обшивки, да? Идем по нашей траншее, второе шасси, прямо в окопе от Юнкерса. Тоже целое. Получается, даже вот ступица, да, угу. Ось на колесо. И кое-какие детальки, да? Да. Тут
просто разваливался. Или же был аккуратно разобран. Вот это что у нас за железка-то? Такая интересная. С отверстием. Это уже что-то элемент кабины какой-то, да, наверное? Ну да. Антураж металловым. Это вот, да, какой-то лючок был. Тоже детали, все это по верхам идет. Детальки самолетные. Это уже у нас что-то бортовое, да. Вон идут детали. Это бортовое. Это оборудование какое-то самолетное. Деталюшечки. Деталюшечки. Всяко разные. Такие плюшечки, всякие вкусняшечки для тех, кто любит авиацию. Где-то было написано. Тут штучка. Вот они идут. Детальки, ребятки. То, что мы любим. Так, номера на деталях. Что-то было про тура, да. Иду, иду, сейчас. Идем дальше. Немецкий самолет развалился на площади где-то диаметром. Вот. Латунька, латунечка. Ага, это у нас уже короткая гильза. Угу. Ой, пожалуйста, детали идут на площади где-то диаметром 200 метров. Развалился. Так, а это что у нас? Это вот ты говорил, радиатор тут был, да? Да, радиатор здесь был. Ну смотри, это же откуда? От танковая, что ли? Шерман. Короткие, да, гильзы? Ну, это Шерман. Угу. Тоже наверху валялось прямо. Так, так, так. Вот здесь? Тоже такой же. Юнкерс 88 А4, как и у нас тогда был найден тоже. Точно такой же. Так, кто-то тут так снимал красиво, да? Ужас. Нормально. Да. Так, вот еще деталь. Какая-то. Вот. Это вот лопуха. Угу. Ну, наверное, это есть. Надо искать другую, надо этот выпускной коллектор искать. Там вообще шикарная шильда. Из нержавейки.
Вот они идет из двигателя, да, из котлов. Uh-huh. И вот он этот выпускной коллектор, на нем там шильды вообще потрясающе. А здесь как кардан, да? Идет, смотри. Похоже, да. Какое-то управление было. Uh-huh. А, ну да, да, возможно, да. Солнце, солнце. Как раз краешек. Как раз немецкий идет. Моя это под огоньки, видишь? Да, да, да. Был тут габариты. Так, ну вот это да, гильзы. Хилый, да. А вот у нас, да, и номерочки тоже были. Оп-оп-оп-оп. Ящер. Вот у нас, да, шильдочки с номерами на винте, но подустали. Груз, да, какой-то? Ну, видимо, противовес. Балансиры какие-то. Ну, да. Так, тут у нас все. Номеров нету. Так, номеров нету. И тоже не погнуто, сильно не покоцанный. Это шестерня с охраной все. Да. Оно верховое это было, да? Получается, когда-то кто-то здесь движок разобрал, да? Ну, видимо. Да. О, о, поршня. А, все. Тут калечили. Такой вот Юнкерс нарисовался у нас. В лесу. Подходим к немецкой траншее, переходим через колючую проволоку немецкую. До сих пор столбики деревянные сохранились. Тут впереди немцы. У мужиков находочка. Дымовушка в сохране. Минимум, смотри, 4 пункта. Да, на пользуются. Вспучило от морозов, да? Вода была, ее раздавила. А так очень даже неплохой сохран. Фотосессия будет. Да, даже на удивление, что это. Вроде неожиданные находки для этого места. Пойду сплошной лесок. Ну давай, давай, я поснимаю. Сейчас он занят. Погоди. Дабы не стереть лишнего. А она так не стирается, в отличие от других предметов. Здесь особо крепко так нанесена надпись и краска на дымовушках. Давай посмотрим. Прекрасные надписи. Лёхина дымовуха. Саша, оранжевый дым. Чё ты там, Серёга? Винт замятый, выкопал такую яму. Чё там? А вот тут на рыбе что-то. Ну и что, пускай. Причем мы тут не первые.
Видишь, люди ходят, а все равно находки-то идут. О. Разорвало от морозов. Ага. Еще одна крышечка от котелка. Ну и в сохране. Может быть, даже подписано. Все, да, может быть, надо просто будет намыть. Очень даже такая инь. Да. Только вот плохо, что стальная ручка у нее. А так она о, бодрая. Сколько лет здесь люди ходили и не могли найти. А рязанские парни приехали и выцепили. Продолжаем долбить помоечки. Так, на немецком городке. Тут у меня вот такая вот таблетница, непонятно. Дальше у нас. Опа. Артиллерийские допнички цинковые. Сигналил у меня, зараза. Вот сюда. Вот у нас уже дымовушечки. Крышка от фляги. Вылезла. 39-й год. Гильза артиллерийская, гаубичная, немецкая. Вылезла. Ну, это обувная щеточка. Всякая хрень. Это маленькая щетка была, обувная. Тоже интересно, как. Либо ее, когда наводнение было, подняло, да? Бутылочку-то? Yeah. Да, возможно. Но она где-то на 30 сантиметров от дна, получается, поднята, да? Uh-huh. Докопались до дна. В песке сложно определить, где дно. Ну вот, там уже у нас еще появилась бутылка небольшая. И в бутылке вставлена зубная щетка, ребята. Да, он торчит в бутылке. Черт, сейчас я попробую вам. О. И вот щетинка с нее. Где-то тут. Где-то тут. Блять, не вижу. Сам ни хрена не вижу. Солнце, блики эти, не понимаю. Сейчас я сделаю фоточки. Такое не часто встречается. Такая стандартная, да? А? Патроны тут? Охотник. Или нож складной? А, это маслюк, пенал был. Наш советский? Нет, немецкий. Ну. А, тут уже не разберешь. Пенальчик. Она все, вот краска. Ага. Прикольно. Будешь чистить зубы. Ку-ку. Такую бутылку испортил. Так не портил, я это ее сдавила просто. Не я. Я видел. Я видел. Так, что у нас тут? Так, вот, братцы, тут от наушника у нас попалась деталь. И зубная щетка немчика вставлена в бутылочку. Кто его знает? Сапог, ботинок.
Да, бот какой-то. Да. Еще и обрезанный. Так, что с подковками? Ну, вроде же это ржа идет какая-то. Потом намоем. Угу. Шанелька. Шанелька на спальном месте. Он обрезал, он сделал как тапок его. Смотри. Тапочки. Да, тапок сделал из ботинка. О, даже срез такой, по-домашнему. Хитрый, блядь. Бурочка. Простой. Какой-то бутылка у нас. Как по сердцу. Спина. Без надписи. Ну это да, стандарт. Венцо ванцедрица. Закончили копать песочный блиндажик. Пойдем дальше. Такая кучка небольшая вылезла. Добивать не стали мы. Плюнули на это дело. Ботинок переделанный под тапочек. Ходить, блин, даже щетка одежная, пару бутылок, гильзач артиллерийский, зубная щетка такая. Помыл. Ну и все, пойдем дальше. Да, зафигачим.